Друзья, всем привет! Досталась мне по случаю такая накаточка от доброго человека. Такие ролики для накатки. Побольше диаметр и поменьше диаметр. Необходимо сюда сделать болт с левой резьбой М6 и закалить. Сейчас приступим к данному действию. А затем будем пробовать, как работает накатка. Изначально чертеж. То есть длина общая 30. И М6. Буду резать первый раз резьбу резцом. Ладно, начнем. Протачиваем в размер 12 мм, чтобы... Сейчас будем резать резьбу. Вставляем резец. Ставим параллельно вот этой части и резец совмещаем с меточкой 60 градусов. Выставляем обороты 500, наверное, 600. Здесь у нас нормальный левый шаг ставим. Поставили. Здесь у нас нормальный шаг. Все не увеличено, а нормальный. Здесь левый шаг. Если сюда поставим, будет правая резьба. Так будет левая резьба. Здесь мы ставим шаг 1. Резьба. Всю эту штуку вытягиваем. Ставим шаг 1, чтобы был. Резьба метрическая, нормальный шаг. Поставили. И с помощью маточной гайки будем зажимать. И резьба начнет резаться. Когда резьба будет подходить к началу болта, маточную гайку необходимо разомкнуть. Подачу меняем на метрическую резьбу. Резьба метрическая. Все закручивается. Такой получился болтик. Болгаркой сейчас прорежу прорезь и закалю. Мини-горн. Цвета побежалости. 300 градусов. Синий цвет.
Так вот получилось. Выточил два болта, закалил. Ставим ролики. Резьба левая. Все, пойдемте пробовать. Так, подготовил поверхность. Оборотики 40, подача 1,5. Подачу включаем. Теперь на реверсе обратно и чуть-чуть поперечкой 0,5 подадим. Подаем еще поперечкой 0,5 миллиметра. Один ролик снял, пробуем с одним роликом. Вообще шикарно. Так, ну вот что у нас получилось. Ну, сетка нормальная и диагональ тоже. Диагональ хорошо. Ну, сеточка тоже масляными руками хорошо берется. Вот так. Теперь можно делать накаточку. Главное побольше масла и поменьше подачу. Глубина 1 мм поперечки была. Ну, а всем спасибо, друзья. До свидания.